А белорусские тяжелоатлеты готовятся к Олимпиаде в Токио. Команда омолодилась на 80%, и теперь тренерский штаб обкатывает медалистов будущих летних игр. В кузнице чемпионов побывала Юлия Селипицкая. Здесь никто не бьет кувалды по наковальне, но под пристальным взглядом целой команды тренеров ребята поднимают нешуточные веса. А если точнее, те килограммы, которые позволят белорусам подняться на пьедестал предстоящих чемпионатов мира и Европы. Большие надежды связаны с Евгением Тихоновцом, который на молодежной Европе У-20 в этом году стал третьим. Выписан кредит доверия и 17-летнему чемпиону мира Константину Куровскому. Весовая категория парня 105, и теперь он готовится ко взрослому миру. Приятной неожиданностью стало возвращение чемпиона Европы Николая Черняка. 30-летний атлет отсутствовал 7 лет. Задача у нас одна – это олимпийские медали Токио. Вот, все подгоняем под это. Этот год чемпионат мира нелицензионный. Поэтому экспериментальный состав поедет. Там и, значит, уже наши ветераны – это Авдеев, Черняк, который вернулся, и сейчас уже по рейтингу 4-5 результат в мире показывает. Еще 7 человек – это молодежь. От 17 лет. Женская сборная поет в унисон с мужской. Различие лишь в том, что всех прошлых лидеров сменила молодежь. Приятно видеть на тренировке призера Рио Дарью Наумову. Девушка готовится ко Всемирной универсиаде. Всего на сборе 16 атлеток. Ну, сейчас на сбор мы приглашаем как опытных спортсменов, так и стараемся привлечь как можно больше молодежь с перспективой подготовки на следующие Олимпийские игры. Ближайшие соревнования у нас чемпионат республики, который пройдет в Гродно, где будет определена команда на чемпионат Европы среди юниоров и среди молодежи. Впереди жаркая осень. В конце сентября внутренний чемпионат. Спустя месяц чемпионат Европы до 20 и 23 лет в Албании. А в ноябре мировой форум в США, где плечо к плечу со взрослыми ребятами будет выступать и олимпийская молодежь.